Федеральная миграционная служба разработала проект новых правил отбора мигрантов, которые хотят получить вид на жительство в России. Об этом пишет газета «Известия». Так кандидатам будут начислять баллы за стаж работы по специальности, знание русского языка, опыт работы в России, наличие предложений трудоустройства и родственников в нашей стране. Чтобы получить вид на жительство, набрать необходимо 75 баллов из 100 возможных. Прежде всего будут учитываться возраст и образование. Если человеку от 21 до 45 лет, начислят 20 баллов, старше 55 – 0. Наличие ученой степени оценивается в 25 баллов. Мигранты с образованием ниже среднего необходимых баллов набрать не смогут. С одной стороны, введение бальной системы чисто теоретически способно улучшить качество трудовых ресурсов, привлекаемых Россией. С другой стороны, если та же Канада, где уже давно действует подобная практика, интересна для высококвалифицированных специалистов, то к нам, какую бы бальную систему мы ни использовали, все равно будут приезжать люди, обладающие более низкой квалификацией. Это обусловлено уровнем развития нашей экономики, прокомментировал эксперт.